Алло. Да, привет, Лид. Работка для тебя есть? Че у тебя как с загрузкой? Плотная? Конечно, плотная, как всегда. Уже не знаю, за что брать. Ну да, уже который год одно и то же. Я, конечно, устал в этом году. Слушай, а ты в отпуске давно-то был? Может, стоит сходить? Ой, не помню, когда последний раз я был в отпуске уже. А как насчет ресторана? Ресторан? Можно, можно подумать? Давай чуть попозже созвонимся, сейчас дел много. Ну ладно, давай тогда созвонимся. Пока. Алло. Валь, слушай, наш, по-моему, перегрелся совсем. Наверное, расстроился от повышения налоговых ставок. Чего такое? Представляешь, он решил открыть новый ресторан с нашим участием. Вот ты представь себе, что ты будешь там делать, можешь там делать. Стоять на баре, я не знаю, и байки про налоги травить. И еще, наверное, в какую-нибудь кухню захочет. Не что-то простенькое, а что-то сложное, высокопарное. Ничего не будем не пить с тобой, а устрицы лимончиком поливать. Да, ну фигня какая-то. Да я говорю, он точно это совершенно сказал и не шутил. Слушай, прости, у меня вторая линия, клиент, перезвоню. Да, Ирин, да, добрый день, да. Ресторан? Алло, Валентин, привет. Алло, Ян, привет, как жизнь молодая? Ой, да нормально все, только работы что там очень много. Ну, готовься, скоро будет еще больше. Загар задумал открывать ресторан с нашим участием. Чего? Ресторан? Ага. Я буду барменом, ты будешь официанткой или вообще тебя запишут в гардеробщице. Неожиданно. Слушай, а название придумали уже? Название? Да вроде нет. Ну, Лида говорила, что его налоговые ставки расстроили какие-то. А, это, наверное, про ставку НДФЛ 22%, которая будет со следующего года применяться. Блин, интересно. Слушай, нужно срочно позвонить Ане. Погоди, погоди, я не уверен. Отключилась. Алло, Ань, привет. Слушай, есть минутка? Да. Короче, мы сейчас разговаривали с Валентином. В общем, есть новости. Скажи, а ты любишь готовить? А что такое? Оказывается, мы скоро будем не только консультировать, но и постигать тонкости кулинарного искусства. Точно? Ты все правильно услышала? Да, да. Оказывается, Джангар хочет открыть новый ресторан. Переосмысление блюд, свежие продукты. Ну, короче, что-то на высоком. Еще и название придумали. 22. Точно, 22. Да. Мы реально открываем ресторан? Реально 22? Еще